Вас приветствует Espasat.com.ua. Представляем вам удобрение спитфоламина, вегетация, 20 мл. Производитель Турция. Это удобрение полисту с направленным стимулирующим эффектом. Применяется для снижения негативных факторов, обеспечивает растения сбалансированными питательными веществами. Питательные вещества, гормоны роста, аминокислоты, которые есть в удобрении, положительно действуют на рост, цветение и завязь плодов, повышая урожайность и качество продукции. Применение. Удобрять сначала вегетации примерно один раз в 10-12 дней. В период наливания плодов обработку прекратить. Проводить обработку утром или во второй половине дня. Нормы расхода 20 грамм идут на 10 литров воды.